какие знаки зодиака знают колдовские заклинания и успешно их используют. Они умеют добиваться желаемого с помощью особенных волшебных слов, известных только им. Некоторые люди владеют силой слова в совершенстве. Они умеют заговаривать боль и проводить обряды на исполнение желания. Произнесенные ими заклинания могут привлечь в дом достаток, приворожить любимого, достичь успеха в карьере. Такими неординарными способностями звезды одарили представителей трех зодиакальных знаков. Водолей. Рожденные под этим созвездием люди умеют считывать скрытую от других информацию и использовать ее в своих целях. Водолеи не подвержены зависти и злобе, поэтому чаще всего используют свой магический дар во благо близким людям. Водолеи умеют предвидеть то, что должно случиться. Они часто видят вещи и сны. Волшебную силу своего слова водолеи используют для исцеления больных и страдающих. Свой дар они расходуют только на близких людей и на тех, кто им по-настоящему дорог. Скорпион. Самым мистическим знаком, безусловно, является Скорпион. Люди, рожденные под этим созвездием, могут вызывать неоднозначную реакцию от восхищения до ужаса. И это не случайно, ведь Скорпионы наделены гремучей смесью магических талантов, используя которые, они могут и оказывать серьезную помощь, и сильно вредить окружающим. Скорпионы насквозь пронзают своим взглядом, с лету определяя уязвимые места. Их слова гипнотизируют собеседника и подчиняют воле Скорпиона. Заговоры и заклинания позволяют этим особенным людям уберегать себя и своих близких от бед и болезней. Рак. Среди раков много ясновидящих людей с очень сильным энергетическим полем. Они умеют без слов понимать окружающих и воздействовать на них силой своих мыслей. Добрые и великодушные раки почти никогда не используют свой дар в плохих целях. Их магия и заклинания направлены на собственное благо и на благо близких людей. Раки могут предчувствовать надвигающуюся угрозу и с помощью заговоров умеют отвести беду от себя и от людей из своего ближайшего окружения. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.